Всем привет, с вами Михасек, и сегодня мы будем играть в Грэнни Обид. Да, ребята, я все-таки дошел до этого режима. Многие, кстати, про него не знают. Есть такой реальный режим в Роблоксе. Вот, ребята, такой спавн. Это типа режим как бы от меня и от моего друга. Так, вот, видите. Сегодня я буду играть со своими друзьями, Кипарисом и Павлом. В принципе, давайте начнем со спавна. Так, это мой друг. Так, да, кстати, мы с ним делали вот как раз-таки эту Грэнни Обид. Вот тут бабка. Так, это у нас, да, это я делал. Так, это я уже снимаю реально запись. Сейчас. Вот еще пасхалка в ванной. Так, это у нас ванна. Я, в принципе, тут много чего пообновлял перед записью. Давайте проходить. Так, спавн. Тут еще есть некая пасхалка, но я туда пока что не пойду. Может, для следующего видео оставлю. Так, давайте проходить. Так, здесь у нас бабка, дед. Так, вот здесь у нас, получается, вот бабкой можно стать. Смотрите, я тут сделал, получается, вот я недавно кое-что научился, кое-чему. Называется Twin Services в Roblox Studio. И вот теперь можно так, типа, объекты перемещать. Вот, типа, паук по паутине ходит. Тут то же самое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видите, вот так они двигаются. Они, типа, вниз скатывают. Тут такой прикольчик. Мистер Мид летает. И здесь у нас просто про вот эти Game Pass написано. Кстати, вон там как раз-таки вот этот логотип Грэнни Обид. Очень старый. Тут просто попадаешься в капкан, не может двигаться, только прыгать. Так, вот Киприз, кстати, хочет купить, наверное, пружину. Так, у меня тут, кстати, уже есть предметы. Вот, тут стрелять можно, но я не хочу ими пользоваться. Так, у нас тут просто яма вот такая. Вот такой паркурщик. В принципе, карта вот так издалека, если смотреть, в принципе, прикольно выглядит. Так, у нас тут бумбокс, можно взять его. Так, да, вот так. И музыку какую-нибудь включить, но пока что не хочу. Так, здесь прыгать. Оп, оп, вот так. И тут есть такая пасхалочка. Вот слендерина, кстати, тут не открывается, раньше открывалась. Да, и тут, видите, машины двигаются. Сейчас, вот видите. Это тоже такой прикольчик. Конечно, тут кое-какой баг есть с этой машины. То, что... Боже, боже, давай. О, успел. Повезло, конечно, очень. Здесь по вот этим... Это ребенки, получается, слендерины. Видите, здесь тоже чувак, только это тоже прикольчики. Бабушка. Все-таки Грэнни Обид. И здесь, смотрите, тоже такой некий прикол. Кстати, мой друг, получается, Артем, он, я видел, что он в меню там, типа, обнову делал какую-то или что. Главное, чтобы он нафиг тут все не удалил. Так, здесь, типа, просто машина едет. Видите, такой бассейн кровавый. Кстати, я даже, возможно, сниму спидран по этому режиму, если понравится вам этот режим. Тут здесь, получается, просто пасхалка. И Роман Флоки, главное. Ой-ой. Да, здесь можно взять лом этот. Блин, как здесь уйти? Да, вот так ушел. Здесь у нас вот так можно. Так. Кто вообще на сервере, кстати, есть? Тут выйти нельзя, что? Я не могу выйти. Так, йоу. Я, кстати, чекпоинтом взял здесь. Видите, лава двигается. Так. Я, в принципе, иногда разрабатываю этот режим. Типа, обновляю что-нибудь, добавляю. Вот недавно научился двигать вот так, типа, твин-сервисом блоки. Получается. Так, йоу. Ну, я вроде чекпоинт взял. Повезло. Да блин, я что, умирать так буду? За что? А кто это? Потому что обычный игрок не будет ковром пользоваться, у меня он только есть. Он стоит 200 робоксов. Так, ждем. Вот видите, такой прикол. Она двигается. Да, двигается. Так, гриджоп. Так, все, я тут. Так, у нас тут, видите, паркурчик. Тут, кстати, дойти очень сложно почему-то, я не знаю почему. Я не знаю, почему там так сложно пройти. Так, давайте вот так, вот так. Оп, оп.
вот так, смотрите, ребенок. Тут у нас просто вот так обойти, тут ждать просто. Вот ждать так просто. Тут, кстати, монахиня. За ней у нас тоже такая пасхалка мини. Да. Конечно, со стороны это Гренни Обби, типа, немного даже странно выглядит, если вот так, типа, смотреть. Так, у нас тут чекпоинт, бабка стоит. Мышеловки убивают. Тут тоже. Оп-оп-оп. Так, Сландерина. Вот, кстати, такая можно превьюшку делать. Там, конечно, глаза на небе почему-то. Это какое-то солнце, типа, глаза вот эти. Нужен код от двери. Код от двери вот здесь. Под ногами деда. Комната пока что закрыта, там кое-какая пасхалочка, ее никак не открыть. Хотя я типа скрипт писал, чтобы вот это, вот эти ворота отодвигались вверх, но они не отодвигаются, получается. Так, здесь дед у нас из Майнкрафта. Блин, это так, конечно, угарно выглядит. Так, здесь у нас полка. Я ее недавно добавил, кстати. Так. Здесь у нас, конечно, у меня пропали вообще руки. Это жесть, конечно. Так, лазер. Там, кстати, пасхалочка есть. Что? А, я забыл. Я не могу взять никакой предмет, потому что рук нет. Это, кстати, опасно, но если я, получается, ресетнусь, я все равно руки беру. Так, прошли. Давайте дальше проходить. Давайте, может, вот так. Не знаю даже. Смешно я выгляжу. Так, скелет. Это вообще изи на компе, это все пройти. Это просто вот в конце уже обычное обби. Так, здесь невидимые парты, они появляются, типа, когда мы ближе к ним подходим. Вот сделать реально таких побольше двигающихся машин, вот тех, видите? Или каких-нибудь вон там, не знаю, полку двигающуюся. Кстати, здесь Гренни лицо. Так, вот, видите? Так, и тут очень опасно сейчас будет. Тут кое-какой человек, блин, пробегает. И, к сожалению, если я не пройду, мне придется ковер-самолет применить. Так, я уже, кстати, забыл, куда тут идти. Так, если что, я применяю... А, не, у меня... Йоу. Спасибо тебе, что убил, потому что сейчас у меня руки появятся. Так, вот. Все, я сейчас его убью просто. Так, ищем его. Так, тупик. Так. Йоу! Да блин, я стрелял! Я стрелял. Кстати, видите, здесь кнопка Crouch. Она не работает. Я хотел, типа... Йоу, где я? Давайте ресетнусь. Это, наверное, я как-то лом взял. У меня все равно чекпоинт здесь стоит. Так, все. Сейчас я его просто вот так. Где? Вон он! Да ё, он не убивает. Давайте я пока что просто вот так посмотрю. Да, тут лицо Гренни вот такое. Я хочу посмотреть, где тут выход. Вот выход. А где? Здесь тупик. Здесь. И куда это идем мы вообще? А, вот так. Типа сюда. Типа сюда? Да-да-да, вот так. Запомните, если будете играть здесь. Но здесь, в принципе, посещений не так много, как Мистер Мити 2. Тоже мой проект. С другом делали там кое-каким. Так, здесь просто прыгаю. Так, здесь просто чекпоинт. Если тут упасть, то ты, конечно же, блин, умрешь. И здесь придется вот так по лесенке. Но тут можно, знаете, вот так, типа. Все равно ты чекпоинт можешь взять. Я уже здесь возражусь, да. Здесь бабка Гренни. Так, здесь мистер Мид, кстати. Темный. Прикольчик. Прям как-то темно. Я помню, вот сюда шел. Так, и получается... Да. И так, пошел. Ой, блин. Это у нас конец получается, здесь просто вот так прыгаем. Оп. Да блин, почему я последний? Вот всегда, знаете, вот у меня получается так реально. Так, открывайся, тут просто наем. И все, ребята, вот такой конец. Михосяк 9, Аркейси ЗЗ.
Тут, в принципе, нету никакой конечной сцены, конечно же, потому что мы не профессиональные разработчики. Так, тут у нас Грэнни стоит. Я, кстати, поменял вчера, получается, движок теней. Он такой, вот такой стал какой-то другой. Тут тоже. И такой, в принципе, конец, ребят. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михасек. Ну, в принципе, всем пока.